Во дворце спорта «Триумф» прошла традиционная областная спартакиада профсоюзов по шахматам. В турнире приняли участие команды из различных городов Подмосковья, в том числе из городского округа Люберцы. За интеллектуальным поединком наблюдала наша съемочная группа. Юрий Лужецкий – бывший тренер по шахматам. Долгие годы работал в Люберцах во дворце детского и юношеского творчества. Сегодня он вместе с нынешними сотрудниками учреждения участвует в спартакиаде профсоюзов. И в первой же игре он одержал победу над соперником. Я был чемпионом округа Люберецкого 3 раза в свою жизнь. В призах все время был там за мастерами. Надо держать себя в руках. Такая серьезный вид спорта, поэтому с головой связано. Поэтому надо психически сильно нервно держать. Всего в большом шахматном турнире приняли участие 12 команд. Это коллектив организации из 8 округов Московской области. Участники спартакиады – представители разных профессий и сфер деятельности. Но всех объединяет любовь и интерес к шахматам. Команды разделены на 2 группы. Они по круговой системе выявляют сильнейшего. В итоге награждаются медалями, грамотами и кубками от Московского областного спорткомитета. Во-первых, это популяризация здорового образа жизни, потому что в спартакиаде много видов спорта, не только шахматы, ну и плюс продвижение наших правкомовских идей, дружба, поддержка, согласие между собой. Спартакиада профсоюзов по шахматам проходит в Московской области каждый год. Этот турнир юбилейный, 30-й по счету. В следующем году подобные соревнования пройдут на всероссийском уровне. Луиза Игиазарян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.